Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Друзья, сегодня готовлю очень просто и очень вкусно. Сегодня у меня крылышки на ужин. Ну что, друзья, начинаем готовить. Поехали! Крылышки куриные у меня мощные, красивые, огромные. Разрезаем по суставчикам. Ничего лишнего не выкидываем. Все потом будем грызть, есть. Я имел в виду, вот эти вот части не выкидываем. Такую закуску из крыльев очень люблю, поэтому делаю максимально побольше. У меня здесь 2 килограмма. Добавляю на 2 килограмма 3 зубчика чеснока через мелкую терку. Свежий молотый перец. Черный нам понадобится. Количество регулируйте сами. Можно сделать их поострее, можно менее острыми. На 2 килограмма крыльев отправляю примерно 50 грамм сок лимонный. Солим по вкусу. Также добавляю молотый имбирь, чайная ложка, можно сказать, без горки. Также добавляю 2 столовые ложки домашнего вкусного меда. У меня концентрированный соевый соус. Добавлю всего лишь буквально 2 столовые ложки. И также добавляю 4 столовые ложки кетчупа. Хорошенечко перемешиваем. Даем буквально минут 15-20 для маринада и отправим в духовку. И выкладываю все в форму. Форму застелил пергаментом. И кусочек возле кусочка укладываем нашу курочку. Обязательно готовьте очень много, так как эта закуска ну просто супер. Отправляем курочку в духовку. Выпекать буду при температуре 190 градусов примерно 30-35 минут. Так, наши крылышки пробыли ровно 30 минут в духовочке. Теперь буквально за 5 минут достал. Еще раз смазываем маринадом, который у нас остался. Маринад-соус. И хорошенечко смазываем все крылышки. И буквально еще 5 минут мы их допечем. И будет вкуснотень. Слегка поджарил семена кунжута. Сделаем снаружи красоту. Выглядит очень аппетитно, просто не хватает слов. Друзья, это не рецепт, а просто восторг. Обязательно к приготовлению. Пробуем. Максимально вкусно. Со всеми вкусными оттенками. Чеснок, имбирь, мед. Ну это просто обалденные вкусные крылышки. Пробуйте. Друзья, если вам понравилось, обязательно поддержите лайком. Подписывайтесь, кто не подписался, чтобы не пропускать новых моих рецептов. И, конечно же, комментируем. Мне очень приятны ваши комментарии. Я все читаю, везде ставлю, всем ставлю лайки. Друзья, я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.